перезарядочка. Давай, 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 вперед! Да подожди, дай протереть. Ни хрена же не вижу. Давай! Умрите, гады, куда же вас так много-то? Перезарядка, прикрой сзади, ё-мо. Вперед, вперед! Вперед, вперед, идем, идем. Ни шагу назад. Ключ опять какой-то. Десантируемся. Ох уж это кровище. Артем, отмотри комнату. Мы почти попали. Не очень. Будешь что рассказать, мужикам? Так, отлично. Вроде осмотрел. Немножко патрон. Патрон набрал. Самое малость. Или на предмет чего мне осматривать? Ну, здесь вот аптечка. Да, интересно, эти ребята бегут. О, лес зеленый. Зеленый лесок. Опа, это что, 2D деревья? Ну да, смотрите, это 2D. Ох, лёль. 2D коряги в такой игре, это, конечно. Да, печально, печально. А, вот отсюда отлично видно. Сюда. Да, жесть. Не то чтобы я там особо придирался, мне это пофиг, мне просто интересно. Довольно-таки. Ну, погнали в лифт. И куда сразу на последний этаж? Легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Ну да, еще бы тут лифт работал, конечно. Вот я наивный. Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Ох уж этот наивный Аркейн, да? Такой зашел и сразу на лифте. Ты еще на последний этаж там установил все, наверное. Что-то там надо будет, я предполагаю, давай, установить. Давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Как-то они про армию часто упоминают. Как-то это подозрительно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Хо-хо, ну и высоте. Даже у меня мороз по коже. Слева райончик такой похож на мой. Одни литовки, походу, стоят, да? Ульман! Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель открыта за облаками. Вы поднимаетесь. Или девятиэтажки. Ладно, Артём. Ну да, примерно такая расстановка у нас тоже есть. Так. Да я и так прячусь. Да хорош фризить ты, ёб. Эй-эй-эй, воу-воу, Олег. Тихо-тихо. Да куда бежать, я так и не понял. Даже не показали, куда бежать. Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель открыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. А смотреть даже не дали. Ладно, мы на башне. Подыхай, тварь. Ну и куда бежать-то, ем? Еще прикалывай. Куда бежать? А, вот, сюда. Я понял. Там такая узкая щель, что в любой другой игре парень не пролез. Так, тут тупик, закрытая дверь. Сзади! Осторожнее! Ай, пофиг. Я бегу.
даже осмотреть столь прекрасные места не даю. Смотрите, какое открытое пространство. В кои-то веки можно красоту увидеть. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Еще раз свет такой. Прекрасно. На связи. Мельник, мельник. Стреляй, Артем! Артем, мельник. Огонь! Так, ты жив, парень? Я что-то завтыкал. Вот черт. Вы только посмотрите, что-то там такое. Там что, свет горит? Вас понял, полковник. Прием. Просто красотища. Обожаю такие виды прекрасно. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Понял. Открой дверь, систему наведения, дай ключ или что. Что ты? Дашь мне что-нибудь? Дверь открыть. Может, ее и не надо открывать. Может, мы и так пройдем. Да. Тынш. Сюда, наверное. Нет, сюда нет. Сюда, наверное, можно сныкаться, если что. Так, тут мы явно не пройдем, тут закрыто. Тут если как-нибудь по боку. Не. Сюда нас тоже не пускают. А куда пускают? Куда же нас пускают? Может, где-то тут в яму надо прыгать? Типа такой... Тынш. Да нет, это я. Ну же, Артём. Да, это я обратно. А что, ну же, Артём, тут вообще непонятно, как тут лезть. Абсолютно мне не ясно. То он в узкие пространства пролезает, то хрен тебе в рыло, сраный урод. Так, ну тут ничего не будет, тут лифт. На... А, вот же ж она, лестница. Скрипучий. Да, еще с колесом. Да, стрёмно, наверное, на такой высоте. Да я нажимаю. Уж это коррозия. Ха-ха, вообще вся лестница улетела. Вот это вид. Вот это класс. Я просто тащусь. Обалденчик. Просто нет слов. Вид сказка. Обалденно. Солнце встает. Класс. Вот тут они постарались, конечно, на славу. О, фильтры. Берем. Так. Он здесь. Он несет смерть. Артем, это Ульман. Прием. Он пришел истребить нас. Артем, прием. Слышите? Черный, я до сих пор шел, был на вашей стороне, так что не надо. Ну, я имею в виду, они там говорят, иди ко мне, не бойся. Я такой, я иди, ну ладно. Окай, я же доверчивый. Правильно? Уп, упали. Ай-яй-яй, придется опять бежать. Ай-яй-яй, ничего страшного. Надеюсь, этот скрипт с черными второй раз не сработает. Нет, не срабатывает. Так. Но я могу предположить, что я правильно шел. Оп, демон куда-то со скотч делает. Мы тут обходим. Оп, обходим. Один, второй. По листам металла прыгаем. И здесь прыгаем. Все ломается.
Ай-яй-яй-яй-яй. Да, Артемка молодец, цепляется за жизнь. Просто как Бэр Гриллс. Лед с проводов срезает ножом с одного удара целые кирпичи льда. По ледяным проводам скользким леет. Кобелям каким-то. Ай, молодец. Ай, молодец, да. Остановите его. Ну? Уничтожьте его. Эй, не-не-не. Вы чё, охренели? Какое уничтожьте? Артём, прием, слышите? Не-не-не, я на доброй стороне. Вы чё, ребят, не трогайте меня. Не бейте меня, пожалуйста. Это нездоровый и страшный парень. Сейчас опять заплющит, я чувствую. Так. Вот это вид. Тут еще выше. Эй, куда ты ставишь? А, ну да, правильно. Пинш. А куда ты его направлять будешь? А, вон там, где горит это. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Черт, это да, это, наверное... Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его. Что это такое? Вот это плющит. Вид как в Квейке втором. Такой, чш, я уже чувствую. Охренительно просто. И как они додумались вообще такое сотворить? Бежишь, прям кирпичи появляются. Обалденно. Вниз плющит, наверх плющит. Эй, тут как-то пустовато. Нельзя позволить ему. Мы остановим тебя. Они контролируют меня и толкают вперед, короче. Я сейчас упаду с этой вышки. Эй, ребята, вы же на хорошей стороне. И я тоже, походу, нет? Вы мне, походу, помогали там пару раз по игре. А я что-то вас уничтожить захотел. Ну, не я, а спартанцы. Классный, слушайте, классный комнаты, обалденный. Я такого еще в играх не видел. Креативненько они забацали, конечно. Тут они подумали, как глюки правильно сделать. А вот я тебя не боюсь, ты понял? Иди сюда. Решил ко мне лезть? Ну и нормально, чё? Парашют открывай. Чё ты падаешь, дурак? А я думал, ну как бы, к ним, там, в лицо, в хлеборезку, там, натыкать чего-нибудь. О, ПНВ одень еще, да, в глюке. Или не, это не глюк, это же глюк, ну да. Ой, у меня есть в глюке ПНВ, вот это прикол. Не, нету, это просто... Просто игра сглючила. Баг. Вон он идет страшно. Остановите его. Нельзя позволить ему. Нормально так. Что-то я квадратом бегаю, не, ребят?
Но надо обратно бежать. Во, тогда сработает. Нет. Сдавайся. Я не сдамся. Я люблю лабиринт. Прям как бегущий в лабиринте, ё-моё, себя чувствую. Бежим, налево или направо? О, Артём. Да-да-да, я здесь. Ну и что? Куда ты падаешь? Чёрт ты. Мыльный. А, глюк проходит. Отпускает травка, ё-моё. И что там? Грибы. Ого, какие-то еще сильнее грибы ты употребил. О, отлично. Перс прыгает. Бежим, бежим, бежим. О, нихрена себе. Все такое кубическое. Напоминает Майнкрафт нового поколения. Бежим быстрее, чем появляется туннель. О! Прыгаем прямо вниз. У вас целые сегменты. Не, я дальше не побегу. Ну и чё? Понятно. Он пришел истребить нас. Я все понял. Я все понял, ребят. Надо быть аккуратнее. Да, такой мистер Кэп на барабане. Ладно, не, я понял. Надо, короче, не умирать, надо. Ну, я думал, там что-нибудь появится, типа, как в Матрице, прыжок веры, там все дела. А тут, оказывается, не появилось ничего. Моя тактика не сработала. Так, тут ни хрена не появилось. А снаружи какой круглый бетон, как метро. Так, сюда позволяет. Теперь сюда. Ага, во как хитро. Так, куда тут дальше? Так, так. Не, там красный, черт. Бежим, бежим, бежим. Как-то долго мы по туннелю уже там бегаем. Не я вас истреблю, так-то ракета. Раз вы меня убиваете, я вас сейчас буду крошить. О, а это кто? А, это этот, с самого начала, как его там, Хантер, по-моему, нет? Уничтожьте его. А если я не хочу? Он пришел истребить нас. А может, я не хочу его убивать? Он идет себе спокойно, идет. А если я потрачу все патроны, такой, типа, косой, как в Матрице такой, мимо так, на, и мимо подмышки, так, в руку попал. И обнимашки, обнимашки. Это печаль, ребят, это печаль. Хочется какой-то иметь другую возможность выбора. Я уже привык ко всяким там фолочам, что ты можешь убить и не можешь убить. Ты как бы... У тебя есть выбор, убить или не убить, а тут ты прямо должен убить. Не люблю я такие места. Не люблю. Я, может, не хочу его убивать. Он черный, я его не хочу убить. Врагов надо истреблять. Да вот сам ты истреблять. А может, я его не хочу. Ну, тут просто заставляю. Люблю свободу выбора. Ненавижу принуждение к убийству. Это принуждение к убийству, ребя. Остановите его.
Он еще идет? Ух ты ж, черт. Уничтожьте его. Ай-яй-яй. Просто буквально вложили мне револьвер в руку и заставляют, говорит, стреляй по невинным. Ну, я не знаю, насколько они там невинные, но походу они мне помогали по игре. Они напротив гадили. Они там меня из глюков пару раз вытащили, походу. Да и я к ним шел на протяжении всей игры, они меня не трогали, что-то наоборот вытаскивали. А сейчас что-то... Захват цели завершен. Немного непонятно в этом плане. Артём, может, как-то и можно было? Принимайте посылочку! Опа! Что там будет? Что там будет? Это что, все что ли, получается? Мы сейчас уничтожим. И хандец. Ну-ка. А вот и ракетка. Их даже целых три. Ух ты. Удалось запустить все три. Все логово черных уничтожили. Охренеть. Там был, по-моему, целый город черных. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Я могу только сказать одно. Это обалденно. Не, ну игра такая атмосферненькая, мне понравилась. Единственное то, что немножко коридорненькая, но, наверное, в таких играх так и должно быть. Тебе показывают сюжет, повествуют его. А ты просто идешь как в интерактивном кино. Есть где пострелять, но в целом ты идешь по прямой. От начала до конца. Ну да, это своего рода такой фильм, можно сказать. Фильм с твоим участием. Хорошо, что я до этого книжки почитал по метро 2033. Хотя бы в курсе вселенной был до того, как начал играть. Но так вообще, да, мне понравилось. Вполне себе были тяжелые моменты, были не такие уж. Диалоги интересные, есть доля юмора. Довольно-таки неплохо. В общем, для меня, конечно, игра на один раз. Я ее вряд ли захочу перепройти когда-нибудь, так как сюжет, он, я думаю, что не забудется еще долгие годы. Вот. Но на один раз вполне стоит пройти, пережить какие-то впечатления, сделать какие-то выводы. Все-таки игра учит, и это в том числе учит чему. Пусть каждый для себя сам определит. Ну, а я на этом заканчиваю. Метро пройдено. Редукс-версия. Поэтому всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, было хоть немного интересно. Если понравилось, подписывайтесь. Если не понравилось, не подписывайтесь. Всем огромное-огромное спасибо, что с нами, что поддерживаете. Благодаря вам и делаются эти видео. А всем тем, кто случайно наткнулся на это видео, ребята, если нравится, дерзайте. Ну, в общем, долго разглагольствовать не буду. Всем еще раз огромное-огромное спасибо. И до новых встреч, ребята. Всем добра.